Короче, внутри Акжола вот видишь такой зеленый наезд. Зайдешь? Указ. Вот здесь я, короче, вот эта маршрутка наша. Мы тут где-то на Золотых Песках застряли. Водителя просто нет такого, нету водителя, он куда-то его нет. О. Мы хотели угнать бусик, но там ключа нету. Вот. Я не знаю, мы тут стоим где-то минут 15, что ли, уже. Или 20. Сколько минут мы уже стоим? Минут 30. Болду, 30 болду. Да. Хочу? Короче, 30 минут стоим. Мы еще на Бустере час пропадали. Да, не на Бустере. На на ущелье, Бомском ущелье мы стояли. Алтынай вообще-то оставила здесь и просто. Альдина, вчера на любой поверхности. Конец. Обливали утром. Этот пятку мою щекотит, я же не чувствую. Короче, причем на потом начинает водой обливать мою пятку. Потом в лицо. Потом Сабрина, ну попа с нами. Так же делал. Ой, блин, все. Нормально поспать даже не дали. Заряд. И 3 часа спали. Я не знаю, как вы. Иди лучше, будем мокрый. Ну крайне девочка. Пришли покушать ашлямфу напоследок. Ашлямфу. Макс пришел кушать ашлямфу. О, дождем. Собиралась нам за тебя бить, сейчас вообще не подошло. Ребята, я в Параколе сейчас прибыла на рынок. И с рынка отсюда едут маршрутки до Детейбюза. Но сначала я покушаю. И я никогда в жизни, может, когда-то ела, но я уже не помню, короче. Хаттаму. И сейчас попробую хаттаму в Параколе. Паракольскую хаттаму. Саус, хаттаму варус, да? Эй, хача. Бери. Вот и нашла. Недолго гуляя. Я уже в селе Детейбюз. Здесь была еще одна пересадка. Дальше я поеду на такси по Шилью. Вот такие дела. Вот, если вы потеряете меня из связи, знайте, что я приехала в Детейбюз. Это, ребята, к вашему вниманию, разбитое сердце. И здесь, поблизости, течет река.
номер люкс. Чек. No, it's fucking crazy. Чтобы вы понимали, вот тропа маленькая. Вот тропа маленькая, дальше обрыв. Вот, я иду. И у меня капец, блядь, аллергия началась. Из-за воздушности, скорее всего. That's fucking crazy. Oh my god. Так, пожалуйста. Зашла Бузу и попить чайку и поменять носки. Просто посмотрите на это.
меняю носки, потому что на водопаде носки промокли. И не только. Посмотрите на мои штаны, какие они грязные. Вот. Что он ходит, бейте? Эй, мы как чипто. О? Да? А, достор. Абдул-Азиз. Анары қош, Абдул-Азиз бяқа. Жеті өгісті ең мұқты кете. Ошындай ұй? Қанша жаштасың, Абдул-Азиз? Бес. Бес? Бес жаштасың ба? Гидует. По каньону. Мол, где катерли? Сукур. Сукур? Конёк, сукур. Какая красота вокруг. Молодец, Абдул-Азиз. Дай пять. Молодец. Минки ты? Сен ачен барып көріп қайра келеле. Жолды көрсетейін сәйген жүп. Нені? Жолды көрсетейін. Жолды ең көрсетіп қой. Сен болмасаң жолып кетем ол, Абдул-Азиз. Э? Бас. Басын ма. Баға қойыл кетпеді. Қайса қойыл кетті?
Ехала на вторую локацию, Барсхон. Сегодня пойду искупаюсь на южном берегу впервые в жизни. Завтра утром тоже с утра искупаюсь. А потом после завтрака поеду в Барсхонское ущелье. И после этого будет уже следующая локация. Такие вот дела. Вы видите вот эти горы сзади? Просто такая красота. Это те самые горы, которые легонько временами видно, когда ясное небо с северной стороны. Это невероятно. Now catching my golden hour time. This is amazing. Guess where is it? In Kyrgyzstan. Yeah, that's right. Доброе утро, это я. Утро следующего дня. 7 часов утра ровно. Не сравший или не жравший. И я иду купаться в озеро. Такие дела. Выкатываю с гестхауса. Следующая локация будет Барсхонские водопады. А потом покатили домой, так как уже времени не хватает. И уже дела начинают стучаться в дверь. Так что, скорее всего, сегодня последний день на ИК. Как и хотела давно, поеду домой обратно по южному берегу. Такие дела. Увидимся. Sen cevap asın baktın.
Пришла на покупки до барселонских водопадов. И Пашка с Аташкой пригласили меня домой. Энди да эжем бар аяй гүл жакшы көргөн. Эди гүл жакшы көргөн эжем бар дейм. Яр бузунан кесип койуп чыксо гана. Шалактан. Интернетке чыгасың да эми. Сүрөттө түшүп коёду. Эмне болсам болсо да. Ошо любой жактан жүрөр тартып берем да. Кассирмен жакшы болот ошол жерден тартып коёй. Кааласаңыздар эшке гүлдөрүңүздүн жанына чыгып тартып коёй. Кааласаңыз. Өрүк жакка деле. Ооба, ушундай кызык болот. Мейли түшүп коёду. Каршы болбосоңуздар эле болду. Жок, каршы болбойм. Жакшы анда. Давай, келеми. Өрүк сонуп атамбы? Интернетке чөткөн, интернетке эмнеге? Как сөзүм? Бут кайсы сыра болгон чоң рахмат, колуңуздарга береке, чайыңыздарга рахмат. Оларды тартып коёюн. Это вторая будка, что остановилась. Руки сняли? Держи. Света. Спасан. Со второй попыткой мне повезло. Это был молодой человек с двумя маленькими детьми, один мальчик, девочка. По идее, я должна была поехать только до водопадов, но мы как-то заговорили о Кымызе. Он сказал, что тут, вот в этой вот роще, продают и делают очень крутой кымыз, самый лучший и чистый. Вот я его сейчас пью, естественно, тоже с собой прихвачу.
сижу с одышкой я. А вот там вот, вон там. Да не, иди, иди, иди еще. Пока иду к водопаду, хочу рассказать вам интересную историю, которую водитель меня подхватил и рассказал. Вон там вот прямо передо мной ледники, но, к сожалению, они растаявшиеся. Там по чуть-чуть, вот прям вообще почти ледников не осталось. Вот я максимально покажу. Вот прям вон там, да, вот эти вот ледники. Здесь, оказывается, месторождение Хумтор. И, скорее всего, мне рассказали вот из-за работы, из-за деятельности Хумтора. К сожалению, страдает наша экосистема ледников. И этот водитель буквально сказал, что когда он был маленьким, то эти ледники были большие, огромные, величественные. Но со временем он уже вот взрослый человек. У него двое детей, и эти ледники на грани исчезновения. То есть их там почти нету, там чуть-чуть прям осталось. И это очень печально на самом деле, очень печально. Ты пахнешь как любой. Ты выглядишь как казино. Я сильно задолжал, но я до сих пор бухой стреваю. Время 13:52. Я на высоте 2600 метров над уровнем моря, и до водопада осталось еще, наверное, метров 100-200. Ты как вампира, выглядишь как царский лучших ювелиров, и разносишь меня в щепки, как мортира. Ты как чартер, возносишь меня вверх. Джекпот, джекпот, ты выглядишь как успех. Как 808 среди радиопомех. Как ствол в рот, хедшот, одетый в кожу и мех. Как самый дикий замес. Ты как страсть, это больше, чем секс. Как стихи, как самый хитовый текст. Выглядишь как полюс, ты выше, чем Эверест. Ты прям как космос, это выше не... Все заканчивается. Даже это маленькое и удивительное лето подходит к концу, оставив нам лишь воспоминания, которые навсегда останутся частичкой в наших сердцах.